Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Sony Xperia X Performance. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве стереть настройки сети. Итак, вначале мы должны открыть приложение «Настройки». Затем спуститься вниз и выбрать пункт о телефоне. Это важно. Мы тут должны кое-что видеть. Да, мы здесь видим номер сборки. Если у вас номер сборки не 39, а там, не знаю, 35, короче, ниже 39, значит, сброс настроек сети не поможет вам, просто исправить какую-то проблему с Wi-Fi или Bluetooth, потому что до 39 либо же 38, точно не помню версии, не работала еще функция сброса настроек сети, поэтому она не заработает. Поэтому смотрите, что вам нужно сделать. Вам нужно войти в пункт «Еще» здесь вот. И здесь у вас есть мобильная сеть. У вас, возможно, здесь будет кнопочка сброса настроек сети, в зависимости от версии. Если же не там, тогда спускайтесь вниз. Нажимайте «Резервное копирование и сброс». И тогда она у вас, как и у меня, будет точно здесь, сбросить в их настроек. То есть, если у вас, вам все-таки повезло, и в настройках сети, там вверху, все, мы сбросили сетевые настройки успешно. Если вам повезло, и вверху была кнопка, она обычно называется экстренный сброс сетевых настроек, вот. Если у вас была такая кнопочка, тогда вам повезло дико, потому что она даже пароли не удаляет. Она просто стирает кэш воспоминаний, скажем так, вашего телефона о сетях, его подключенных по беспроводным способам устройств. И вам не придется переподключаться с Bluetooth, к Wi-Fi и так далее. Но у меня этой функции по какой-то удивительной причине не было. На похожем устройстве только недавно было, записывали это видео. На этом устройстве нет. Хоть та же самая версия операционки и даже номер сборки тот же. Ну, неважно, короче. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.